Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, и сегодня мы с вами продолжаем проходить Dishonored Death of the Outsider в слепом прихождении и в режиме без убийств. И этот режим без убийств у нас с вами немножечко не получается, поскольку... Во-первых, нас вчера, в прошлый раз гонял тот стражник. А во-вторых, ну, вот так вот получилось. У нас получился асидент, инцидент, и у нас помер человек. Мы это сделали не специально. Так получилось. Поэтому, так сказать, наш режим без убийств вполне относительный, скажем так. Так, давайте-ка посмотрим, где тут был этот стражник, который за нами тут гонялся. Где он есть? Мы слишком далеко, стражника не видно, поэтому давайте пройдем. У нас здесь с вами есть задание по поводу рекетера. И вот надо бы нам его и выполнить, собственно говоря. Так. Что тут? Ага. Так, заливной угорь, рейд. Вот это-то-то, зажигательные болты. А, у нас все есть. О, черт. Ну ладно, съели и съели. Так, заливной угорь. Заливной угорь пусть остается. И... Кстати, я здесь смотрела, что у нас тут. В этом закуточке. Ага. Безглазые. Безглазые. Ну-ка, давайте-ка сходим. В такой личине и посмотрим. Спасибо, больше не надо. Где ты есть? Откуда ты отсюда шел голос? Ах, вот ты где. Тихо. Тихо. Куда тебя положить? Черт, куда ж тебя положить-то? О! Отлично. Так, наша масочка сейчас исчезнет. Да? Я правильно понимаю? Да. К сожалению, это так. Так, тогда прячемся, берем наше предвидение и смотрим, что у нас тут еще есть. Ух. Так. Стоп. Мы не восстановились. Упс. Так, ну ладно, тогда. Пока восстанавливаемся, давайте так побегаем. Итак, здесь, судя по всему, все чисто. Давайте осмотрим на предмет нужных нам вещей. О, заперто. Посмотреть замочную скважину. Как интересно. Какой милый дворик. А... И проволока там, посмотрите. Мы туда не можем попасть. Да, друзья, мы явно туда не можем попасть. Мне даже прыгнуть некуда, чтобы туда попасть. Ну да, на эту проволоку колючую. Мы тут же испустим дух, знаем мы это дело. Так, ладно, Билли, давай. Не шали. Так, клумба. А это что такое? Что это?
Это что это за дверка? О, как интересно. Так, это что, кнопочка? Нет, это не кнопочка. Мыши, вы здесь были заперты, я вас освободила. Может, об этом они говорили, что они заперты? Так, что это у нас такое? Ага, тут что-то есть. Так, электрические заряды, отлично. Яблочко. Все, что ли? Тут еще какие-то иголки. Так, яблоко, ты меня смущаешь, я тебя съем. Ага. Рэкетир. Грыз. Меня вот... О! Кость. Меня крысы постоянно говорили о какой-то стене, которую можно прогрызть. И теперь все эти стены, которые я только вижу в каких-то подвалах, вызывают у меня именно эти самые... мысли о том, что тут можно что-то... Так, а тут... Не плавать до этого. Так, а о, тут куда-то можно пролезть. Так, никуда тут нельзя пролезть. Подождите, а предвидение мое сюда пролезет? Нет, оно сюда не пролезет. Так, а куда оно? О, так. Тут люк. Где люк? Люк? Где? Да ну иди ты вверх, что ж тебе мешает? Так, а подожди, а где этот люк-то? Ага. А куда этот люк? Стоп. Так, ладно, вылезаем. Все. Ах, он там находится. Ну-ка, ну подожди. Ну что, нельзя запрыгнуть? О, май год. Как-то ты то прыгаешь, то не прыгаешь, Билли. Ну вот же, на трубу. Ну хотя какая разница? Смотрите, какие-то провода идут, и они идут в тот, очевидно, люк, который там открывается. Так, а провода у нас идут откуда-то из стенки и... Здесь я тоже ничего не могу сделать. Интересно. Интересно, что это такое. Так, ну все равно... Так, крысы, что скажете? Что скажете, крысы, говорите? А, хи-хи-хи, да? Хи-хи-хи. Так, что это было такое? Карнак? Это же, конечно, интересное... Ну, очевидно, это вот какая-то подача воды к этим вот фонтанчикам. Мы там с вами видели трубы. А, вот здесь люк. А что я тут могу сделать? Я тут ничего не могу сделать. Я ж не могу разрыть эту землю. Да? Вот здесь вот люк. Который мы видели с вами там. Очень странно. Очень-очень странно все это. Так, а что у нас с этой стороны? А тут ящики. Черт, там стражники. А я тут разгуливаю. Ну-ка. О. И сколько их тут, ёлки с палками. А что же делать? Так, ну одного, в принципе, можно взять, я так понимаю, и без паники. Давайте попробуем. Хотя те нас могут увидеть. Так, сюда.
Черт увидит. Ах, тушась, а там молотобоец. А там молотобоец. Боже, не дай бог, он сейчас обернется. Тихо, 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 тихо. Это не то, что я хотела сделать. Но, в принципе, и так сойдет. Ребята, расходимся. А я одну отдал. А чтоб тебе? Надо отлить. От честь имею мы получили. Мы получили отчипку честь имею, содрав со всех стражников какие только можно лица, друзья. Я не знаю, что это за... что за дурдом мы тут с вами устроили, но... монетки мы с него заберем. Так, иди-ка сюда. Давайте мы вас всех сложим куда-нибудь подальше в уголок. Жалко, что я со всех них содрала лица. Это я зря сделала. Надо было мне поменять кнопку. Потому что... боюсь, как бы они мне не пригодились. Хотя там у нас есть еще один стражник, вроде который... Так, а где был молотобоец? Подожди, вот он. Давай-ка я соберу вас всех в одно место. Чтобы, если что, знать, где что находится и где кто лежит. Да? Ну вот, штабеля. Так, отлично. Давайте-ка я сразу поменяю. На предвидение, что ли. Угу. Так, здесь нету ничего хорошего. Так, что у нас тут? О, у нас тут мусорник. Мышки, мышки, мышки. Смотрите, а тут люк. А тут есть люк. Мусорник, смотрите, пустой. Так, я даже не буду его... Хотя нет, давайте закроем. Мышки, что скажете? Грызть, 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 да. Да... Где же тот самый ваш проход? Мыши, где вы грызете? Вот тоже, смотрите, какое-то помещение. Там внизу какое-то помещение. Грызь, грызь, грызть. Я даже вижу лестницу. Ну-ка. Нет, это решетка. Ну как-то сюда можно попасть? Откуда? Ладно, друзья, я думаю, что все это можно сделать, может быть, уже как-то потом. Когда я уже спокойно буду обыскивать эту локацию. Я надеюсь, я ее буду спокойно обыскивать. Почему нет? Возможно, где-нибудь там из дома. Потому что, вы видели, там еще есть внутренний дворик. Есть, конечно, куча балкончиков. Они вроде как все закрыты. Да? Так, а нам надо сюда. Давайте-ка посмотрим для начала. Что там и где там? Так, вот наша нужная нам персона, да? Черт. Так, метим.
Так, кто тут еще есть? Шлюпка. Горожанин. Горожанка. Ладно. Стража. Ах, а вон и стража. Я знаю, где ты живешь. Знаю, какой дорогой ходишь домой. И знаю про твою кошечку, твою ненаглядную Агату. Я ее выпотрошу. Кошачьи кишки – штука полезная. Если не хочешь знать, что я с ними сделаю, верни остаток долга. Больше предупреждать не стану. О, друзья, так-так-так, текаем. Это и есть рекетирша, да? Куда она идет? Черт, она идет сюда. А куда она дальше пойдет? Ага. Как хорошо, что я тут всех убрала. Так, мне по заданию там было проследить за ней и выяснить, кто у нее папики. И всех прибрать, всех, и всех убить. Я не знаю, какие еще папики. Мы вроде всех убрали в этом районе, кого только могли. За кем она там погналась? Чего? Подожди, что за кипиш? Безглазая. А, я лавочку разгромила. Да. Вашу аптечку я разгромила. А что, я оставила там человека? Черт. Так, и как долго она там будет у нас ходить? Ой, не-не-не, присядь. Бестолку. В другой раз. Другой раз. Давай иди туда, куда тебе надо было, рекетир. Безглазый. И безмозглый. Куда она пошла? Так. Для заклинаний, но почему бы ей этой настойкой свой зловонный рот не ополаскивать? Да, там тоже лежат тела, Да кто ж знал, что ты туда попрешься? Черт бы тебя побрал. Это еще то расследование. Сейчас она найдет всех, да? Вон тут куча народу у нас сложена, штабелями. А, ты идешь. Я знаю, куда ты идешь. Ты идешь в этот ваш. Притончик. Там уже никого нет. Вот все, что удалось забрать в банке. За остатком приду завтра. Мне не хочется резать эту кошку. Если что, отдай ее жир мне. Молодец, Армандо. Ах, вот оно что. Вот оно что. Значит, этот с виду добропорядочный горожанин, который там сидел, и есть папик. Угу.
Ну, что я вам хочу сказать? Мы пойдем, пожалуй, в клуб. К сожалению, закрыть дверь мы не можем, поэтому иди-ка сюда, товарищ. Лицо с тебя мы сняли, но с мадам мы не сняли. Да, эту мадам, к сожалению, у нас, хоть видите, следы ее усыпления, она у нас не усыпилась. Не усыпилась, потому как погибла. Она у нас погибла. Так, а лицо мы с нее с погибшей можем снять, интересно? Чего мы не можем с трупа снимать лицо? Ах, вот оно что. Мы не можем принимать облик убитых. Ладно. Тогда у нас тут была мадам живая. Где она? Вот она. Иди сюда. Ты мне нужна ближе к выходу. Так, где у нас выход-то? Ну, идемте как-то так. Упс, у нас что, исчезло лицо? Хотя, в принципе, мне сказано вас убить, да? И того, и другого. Это у нас горожанин и горожанин, да? Ладно. Тогда что ж, не будем валять дурака. А сделаем так, как нам велят. Что, не достаем, что ли? Что? Вот и все. Рекетера. Давайте-ка мы вас отнесем подальше. Хотя, в принципе, это уже и не нужно. Что-то как-то... Да, кто-то уже испугался. Однако... Спрятали мы ее неплохо. Да ладно, ребят, успокойтесь. Сейчас все очистим. Расчистим. Да. Без паники. Ну, как-то так. Все хорошо. Помогите! Все в порядке. Спасите, помогите. Так, где-то дротики я видела и не раз. Они нам как бы и не нужны были. А, вот что она тут кипишовала. Нашла тут этого горожанина. Ставим его здесь. Рейд на альбарку. Так, и что? Мы можем туда наверх забраться, да? Это что у нас там было наверху? А мы там были. Но дверь эту мы не смогли открыть. И, кстати, эликсирчик тут. Эликсирчик, наверное, я возьму. А, уже не надо? Странно. Ладно. Что ж, давайте зайдем тогда. А хотя, зайдем. Зайдем. Там стражники. Не так просто туда зайти. Так, заряды. А вот и заряды нам пригодились.
Как-то очень странно, заряды здесь... Пулевые заряды считаются за дротики. Где-то еще были, где-то были, где-то были, где-то были. Где-то были не здесь. Не здесь, по-моему. Нет. Здесь... Нет. Где-то они были. А, вспомнила, где были. Вот здесь. Да-да-да-да-да-да-да. О, и даже монетки, которые я не видела. Так, все взяли, да? Зажигательные заряды, все. Побежали. Да, мы были наверху, наверху там... Ой. Это интересно мы сделали. Ага, будем знать. Как мы умеем. Так, ну давай-ка применим для начала наше предвидение и посмотрим, что у нас тут есть. У нас тут где-то был стражник. Да, целых два стражника. Раз. И два стражника. Вот. Не знаю, зачем мне это надо. Но я хочу пробраться. Я хочу разведать все тайны этого места. Там у нас было две... Две загадки, которые мне хотелось бы знать. Так... Во-первых, вот здесь. Тихо. И, кстати, друзья, у нас... Да-да-да, у нас надо еще ограбить черный рынок. Так, стоп, что это? Вот так вот просто дверь, и она... Офис, бойлер-рум. Котельная. Котельная – это то, что нам обязательно надо. Ну как? Обед подали с опозданием... Воду в ванне перегрели. Даже мои тапочки куда-то переставили. И тапочки переставили. Безобразие. Эта фигура меня постоянно пугает. Так, ну что мы можем сделать? Мы можем только сбегать за этим стражником, который у нас один остался с лицом. Так, иди сюда. Снять с него лицо и попробовать как-то с особой наглостью и цинизмом пойти и... тех самых стражников попробовать вырубить. Да? Так, для начала... Идем. Ну что, пробуем? Ну все, побежали. Побежали. Свой истинный облик, чудовище. Чудовище, мы чудовище. Интересно, он убил своего служивца или как? Билли, ты бежишь или еле ноги волочишь? Так, давай-ка свое предвидение. Мы, естественно, получили. Ну, такая уж у нас манера. Мы штурмовики, не убийцы. Так. И, по идее, этот стражник-то у нас помечен, да? По идее, да. Мы должны видеть, куда он пойдет. А он идет сюда. А он идет сюда. Я тебя все равно найду. Обязательно. Иди, иди, куда шел. Че, уже не идешь? Ладно.
Я всегда начеку. Всегда начеку. Ты молодец, ты всегда начеку. И мы всегда начеку. Мы даже знаем, где мы тебе присмотрим местечко. Вот, отличное. Ой. Черт, не убился? Нет. Молодец. Всегда начеку. Так, ну что, все? Так, горожанин. Ну ладно. В принципе. Что тут случилось? Как, что я тут делаю? Я хожу. Забыл спросить, у кого она заказывала этот расшитый жакет? А что бы вы сказали, если бы за обедом обсуждали что-то странное? С радостью присоединюсь. Мы должны нам непременно вашего нужно покататься председателем санитарного... Нет, не думаю. Так, а что бы вы мне сказали, если бы я посмотрела, а что у вас тут внутри есть интересного? Не знаю. Не знаю, не знаю, друзья. И давайте-ка... В наше время хороших работников не найдешь. Раз уж мы тут все так расшвыряли, хорошо, давайте посмотрим. Выход. Тейлер офис, реструм, стейрс, лестница, конференция. Никто не смеет сказать мне нет. Если, да, конечно, хочет получить деньги. Надо поговорить с магистром. О, друзья, тут все закрыто. Тут все закрыто. А как же так? А зачем тогда? Или это все потом? Честно говоря, я не знаю, зачем мы тогда всем этим занимались с вами. Я думаю, вряд ли тут дадут нам все это дело оставить в таком виде, в каком мы все тут совершили. Я думаю, что вряд ли. Так, ну ладно. Раз так, значит так. Стражника мы оставим. Он выглядел еще более привлекательно. Здесь... Привет, мужик. Думай, что делаешь. Ты всегда в людей оружием тычешь. У меня убрано оружие, не ври. Но замечание достойное, конечно. Ну, смотри, какой. Бесстрашный. Так, итак, друзья, у нас с вами есть там. Здесь. Открыть. Ага. Ага, здесь мы открыть не можем. Но мы зашли с вами в какой-то туалет, как обычно. Так, что у нас тут хорошего? Ничего. А зачем нам это надо? А что это за штучка? А что это, что это, что это? Рычажок? Так, предвидение, скажи мне что-нибудь. Ах, ничего не говорит мне мое предвидение, кроме того, как это самый обычный туалет. Я не знаю, друзья, зачем он тут нужен. Возможно, он выполняет свое прямое предназначение. Зачем это в игре, правда, я не знаю. Может быть, спрятаться. Посидеть, поразмышлять о жизни. О Стиксе. Так. Адермирский институт. Это мы уже видели. Эскиз Адермирского института. И мне не дает покоя мысль о том, что говорили нам крысы про пол, про какой-то пол, который надо грызть. Мы видели с вами люк, который засыпан и который я, естественно, не могу откопать. Так, хорошо. Туалет типа сортира мы с вами посетили. Где вход сюда? Не говори. Вон, я вижу, где дверь. Что тут случилось?
А что случилось? Ничего не случилось, гуляю. Так, ладно, друзья, все понятно. О. Давайте попросим управляющего, пусть он еще разок. Это подрагивание. Это подрагивание. Мне интересно. Это тоже метка чужого. Посмотрите. Может, приведем деньги в ботанических садах? Нет, но это же не дефект графики. Она действительно подрагивает, эта сова. Долорес Мишаэль. О, а там наверх. А как наверх? А никак. Я со своими умениями туда не залезу. Смотрите, и здесь сова. После того раза? Нет. Так, ладно, это все очень соблазнительно. Это, я так понимаю, банк или что-то в этом роде. Но ничего я здесь сделать не могу, друзья. Поэтому уходим. Не буду я здесь больше топтаться. Хотя вы знаете, что топтаться я могу действительно бесконечно. Бесконечно. Я могу топтаться, обыскивать, исследовать каждый уголочек, каждый балкончик. Все-таки, что у нас здесь, мне тоже непонятно. И тыкать оружием в нос – наше любимое занятие. Так, а я хочу попасть вот еще на тот верхний балкончик, естественно. Как мы это с вами сделаем? Сейчас попробуем как-нибудь это сделать. Сюда. Так. Банк. Ну вот туда на крышу я уже точно не заберусь. А вот на балкончик обязательно. Так, и зачем нам это надо было? Понюхать цветочки, очевидно, друзья. Больше я не вижу никакого применения. Нашим усилием. Все. Что остается? Остается, друзья, только прыгнуть на голову герцоги Луки Абеле. И закончить на этом нашу серию, потому что в следующей серии, друзья, мы с вами пойдем грабить банк. Я, честно говоря, опять не помню, как долго длится эта серия по времени. Но даже если она будет коротенькая, я думаю, что вы не будете на меня в обиде. А зайдете ко мне на канал, подпишитесь, кто этого еще не сделал, поставите лайк, прокомментируйте. Все, кто посмотрел эту серию, я благодарю сердечно. Увидимся в следующей. Всего вам хорошего и пока-пока-пока. Так, я правда стою на герцоге? Ах, ты шайса. Ну ладно.